Доброе утро. Сегодня последний день. Я улетаю в Бангкок. Это мальчишки и девчонки играют в футбол в одной команде. И так дисциплинированно, не балуются. А мне опять приходится пешком идти до дороги, потому что Алима не знает, как доехать, но пока боится блуждать. Ей тяжело разворачиваться, поэтому старается в маленьких улочках не заезжать на маленькие улочки. Ты каждый день загораешь, да? Нет. Или ты специально мажешься специальным кремом, чтобы быть черной, да? Нет. Да, вот смотри, ты сейчас темнеешь сразу. Вот так делаешь. Смотри, вот так. Ты загораешь. Вау, смотри, ты темнеешь на глазах. Серьезно? Вот, отвечай. Вот она потемнела. Подожди, подожди, остановись. Я сяду к тебе вперед ближе. Ты далеко, наверное, сел? Да, наверное. Просто не хотел прижиматься, но придется. Шучу, да. Рюкзак есть, мы не прижимаемся, да. Это из-за того, что я назад сел, тебе тяжело было. Да, не убей, пожалуйста, меня. Я еще маме нужен. Могу сбербанковской картой, картой сбербанковской перекинуть и могу доллары дать. Короче, мне нечем расплачиваться за еду. Подожди, если я тебе дам, а сколько тебе нужно? Ну, немного, чтобы мы покушали. Ты мне дашь, я тебе потом дам. Или могу рубля скинуть? Ты еще платишь? Да. Вот ты мне на карту. Давай, давай. Мы пришли кофе попить. С девочками будешь общаться, будешь ходить в шоу-руме кофе пить. Алло. Можно с улицы заходить, можно со двора. Ой, сори, смотрите. Это луна, это солнце, это тигрица, а это пантера. Можно тогда. Ну да, но взгляд у нее явно не это. Ну, взгляд хищный в любом случае, но не тигрицы. Взгляд, а ну посмотри. Это? А тебя чей взгляд? Мамин. Мамин. Этот шоурум открыл, как я понимаю, девушка, иностранка, да? Джейми. А это ее собственное, интересно? Скорее всего, в коллаборации. Такое прикольное стол, да? Вот так выглядит. Руфат сидящий на маленьком стульчике. Уютненьком. Почему стол пустой? Танцуй. Танцуй сам. Нет, 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 давай залезай, танцуй. Да. Ты вот танцуешь для всех, для меня не танцуешь. Ну, ты же не просил. Я сейчас прошу, давай. Без Ника? Давай что-нибудь. Чикадачикун, чикадачикун, чикадачикун. Ты что же танцуешь? Она... Come to me. Make dance, please. Dance, please. То лезгин, то восток. Да. Ковырялочка. Я тоже умею. Ковырялочка. О, русские народные танцы. Тоже национальные. Да. Моей национальности. Да. Здесь наши. Здесь наши, получается. Да, мы здесь все... Одна Russian man. Russian. Запомните меня таким молодым, красивым. В смысле? Ты что хочешь сделать? Убийца. Все, погнали. Плотно ко мне прижмись. Плотно? Да. До свидания. Я просто люблю, когда меня возят. Так вот, не хочу я парить. Ну да, не сильно двигались, но тем не менее. Индус, видишь, подходит, воду предлагает, но сок. Это мое блюдо, оно вот так горит. Но оно должно было гореть огнем, но оно потушилось. И сейчас ведь весь ресторан будет дымом.
тоже не переживай. Слава тебе, Господи. Тебе не страшно? Он засох. Он что, не живой? Все-таки пришлось мне сесть за байк. Еду в аэропорт. Вот он взял себе такой байк, а это у него был до. И он хочет сдать его. Получается, мы едем ближе к аэропорту. Там я пересяду на такси, а он сдаст свой байк и поедет один обратно. Я забываю, что здесь правостороннее движение. Хотел на водительской сесть. Мне нужно долететь до Бангалора. Там, по-моему, часов 5 я буду. Оттуда Бангкок. Мне нужна стойка 34, 33 и 35. Такой бардак здесь. Мне, по идее, надо 35, 36, 33, 34 стойка, а я пошел 47, 48. У меня уже нервы не держат, не выдерживают. 40 минут я стою на Europe, it's me only, only me, окей? Okay? Не разрешаю снимать. Я не понимаю, что она говорит, они что-нибудь такое. I can go to Bangkok. Why? I'm in India 23 days, not month. Жесть, у меня проблемы с визой. Написано, что 16 числа последний день действия моей визы. А визу на 30 дней дают. В паспорте написано до 21 февраля, а электронной визе до 16, то есть уже 16. Если бы я сегодня не взял билет, а взял бы на завтра, то была бы жопа. Это KFC веганский бургер. На, что, надо попробовать. Еще и кетчуп дают так. Кукуруза, морковь, горох виден. При этом каждый раз уходи. Это Бангалор. Он находится прямо посередине Индии. Здесь ждешь, ты... Мы летели где-то час из Гуа. Нам надо 5 часов здесь переждать. И дальше уже Бангкок. Что прикольно, что в Мумбаи, что в Бангалоре на открытом небе вот, ну, такие заведения. Из-за того, что здесь лето, круглый год практически. Можно на свежем воздухе работать. Блин, забудьте, в Индии про обслуживание. Просто ни с того ни с сего появляются очереди. Ни с чего появляются очереди. Медленно обслуживают, долго думают. Сейчас половина шестого, шесть уже. Вылет, надо идти к ребятам. Надеюсь, в самолете усну. Red Bull выпил и надеюсь, в самолете усну. Наконец-таки мы долетели. Для россиян на 45 дней без визы. Существенное отличие от Индии – это машины. Я, если честно, давно не видел Камри, давно не видел BMW после Индии. Вызвали такси, 170 с чем-то бат, это, грубо говоря, 400 рублей примерно, да? И от аэропорта. Будем ехать минут 15-16 минут. 7,9 километров. Здесь такси, как и у нас, доступно. Через приложение. Да. Как приложение называется? G-Grab. G-Grab. Надо скачать. Понял?
Тикет бомбек и пинг-понг чего больничал. Добро. Как ее смотри. И что с ней делать? На, Барри. Не, смотри, жуки, реально жуки. Бангкок меня нереально удивил. Такое ощущение, что гуляешь по Москве. Мы спустились. Не, мы поднялись в метро. Вот такие там карточки. Поедем две станции в метро. Это вот переход, где перроны и вот такой магазин.